В Доме дружбы гостей встречает живая музыка, причем исполняют ее музыканты в национальных костюмах. Здесь нет границ между странами и культурами. На выставке представлены предметы рукоделия, быта и наряды различных народов. В планах организаторов проводить в Доме дружбы лекции по истории культуры, уроки иностранных языков и даже мастер-классы по приготовлению блюд. Главная задача – все вместе учиться понимать друг друга. Двери здесь открыты для всех. Когда собираются вместе люди, когда они рассказывают о своей культуре и традиции, это, во-первых, это интересно и познавательно. А во-вторых, это позволяет решать такую проблему, как снижение недоверия народов друг к другу. Вот есть такая английская поговорка: чем выше забор, тем лучше сосед. Да? Вот это не наш подход, наш номер. Чем больше ты знаешь о другом народе, тем меньше поводов для подозрительности. Сейчас в Красноярском крае проживают представители 159 национальностей. Сейчас в Доме дружбы представлены более 30. По словам представителей различных диаспор в Красноярске, такой объект был просто необходим. Он еще больше укрепит межнациональные отношения. Красноярский край я всегда считал самым толерантным краем. А город Красноярск самым толерантным городом, потому что я около 30 лет живу в Красноярске, хотя езжу по городам России, разговариваю, там, общаюсь там с другими диаспорами. Такие отношения, добрые отношения, как в Красноярске, к иностранцам, так скажем, да, к другим национальностям, нигде такого качества нет. И чтобы вот это все закрепить, обязательно нам нужен был этот Дом дружбы. На открытии побывал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Глава региона пообщался с представителями диаспоры и отметил, что важно не только создавать условия для дружеского взаимодействия, но и выйти на новый уровень сотрудничества. Я убежден, что именно в этом доме будут рождаться самые важные, самые сильные социальные инициативы. Я убежден, что все равно этот дом будет сильнее прививать ко всем нам чувство красноярца, что мы за Красноярский край, что мы хотим так организовать здесь жизнь, чтобы все люди были счастливыми, чтобы все люди чувствовали свое собственное достоинство, чтобы все люди верили в свои силы. Уверен, что будет гораздо больше общих и проектов, и общих программ развития. И вот это вот взаимодействие и сотрудничество будет все время прирастать. В Доме дружбы народов будут реализовываться десятки образовательных и культурных программ. И, возможно, в перспективе в Красноярске появится единый большой национальный центр. Екатерина Погорелова, Александр Ловицкий, Денис Тимошенко. Новости.